Комплексное благоустройство дворовых территорий по новой федеральной программе «Тысяча дворов Дальнего Востока» завершилось на улице Акатовой. На месте заброшенного пустыря появились игровые площадки для детей, прогулочная зона, обустроенные тротуары и площадка для проведения различных мероприятий. Кроме того, дворы на Акатовой теперь оснащены системой видеонаблюдения. В ближайшее время здесь появится бесплатный Wi-Fi. Благодаря поддержке федерального правительства Юрий Петрович Трутнев там поддержал такую инициативу «Тысяча дальневосточных дворов». И слава богу, что значительная часть таких дворов реализовалась в Владивостоке. Площадка прекрасная, по-моему, не во многих городах нашей страны, и мы можем похвастаться именно таким воплощением. Талантливые ребята, грамотный, профессиональный подход в исполнении. Дальше посмотрим, как жители ближайших домов будут беречь эту территорию. Как рассказал исполняющий обязанности руководителя дирекции общественных пространств Владивостока Артур Шибаров, проект благоустройства был разработан с учетом мнения местных жителей. Мы решили пойти комплексным путем, создать общественное ядро, точку притяжения, обеспечить его пешеходными связями и наполнить теми смыслами, чтобы каждый житель ближайших домов мог себе найти занятие здесь по душе, ему было комфортно. У нас на площадке есть разные функциональные зоны. Есть зона для совсем маленьких детей, есть для детей постарше, есть спортивная зона, есть зона сбора. Также мы здесь посадили ель, который со временем вырастет и будет, так скажем, новогодним символом этого двора. Обновленная территория пришлась по душе жителям данного района. Мы хотим поблагодарить, потому что это прекрасная просто площадка, пустырь пропадал. Вот, и как-то, ну, было неуютно, а сейчас мы очень рады, что построили рядом. У нас со всех дворов ходят ребята сюда гулять, отдыхать, и старшие, и помладше очень облагородили. Мы очень довольны, хотим поблагодарить всем организаторам. Спасибо огромное. Ну, сейчас большое спасибо, что все-таки, да, занялись. Территория прекрасная, и столько лет стояла, просто пустая развалина. Так что я считаю, что это отлично. Ну, говорю, даже слезы наворачиваются, потому что это вот целое событие, открытие для детей, для нас, родителей. Уникальность новой программы «Тысяча дворов Дальнего Востока», инициированной полпредом президента Дальневосточного федерального округа Юрием Трутневым, заключается не только в благоустройстве дворовых территорий, это и формирование основных пешеходных связей между ними и создание дополнительных парковочных мест за пределами дворов и появление внутриквартальных скверов. Анна Дьякова, новости на Восьмом.